Забрал я посылку. Вот она, эта печь. Сейчас буду разгружать. 27 килограмм всего. И тащить надо будет до гаража. Все, дотащил. Сейчас будем распаковывать, смотреть, что там пришло. Всем привет! Сегодня у нас будет распаковка новой печки. Есть у меня печь на дровах. Теперь будет печка на отработке, ну, на отработанном масле. Заказал печь тепловед, вот. Забрал посылку на Почте России, еле дотащил, 27 килограмм. Там, в общем, все в сборе, не просто печь, а там дополнительные комплектующие, так сказать. Сейчас распакуем, посмотрим. И надо будет, кстати, ее прожечь, потому что она, ну, когда первый раз ее топишь, будет это дым идти, потому что она покрашена огнестойкой краской. Вот эту печку я тоже топил ее, но когда здесь топил, здесь был очень сильный дым, поэтому уже опыт есть, лучше ее на улице прожечь, потом сюда уже ее занести. Есть у меня печь на дровах, но с нее постоянно сыпятся опилки, дрова, и постоянно нужно место. Вот. Сейчас вам покажу. Вот видите, для дров специально нужно место, ну, чтобы не бегать. Здесь у меня целая хапка была. Печь у меня есть, но она маловато, и постоянно надо подтапливать. Дымоход здесь 115. Скорее всего, если буду ту печь ставить, придется этот переходник покупать. А сегодня чисто распаковка. Давайте посмотрим, что же к нам пришло. Так, вот такая вот огромная коробка, на 1,50 м. Еле дотащил, ладно, она полезла в багажник, в гранту. Все аккуратно. Привез, разгрузил. Что здесь? Ну, все упаковано в пленочку. И этот. Аккуратненько. Ничего не разбилось. Тут вот какие-то даже фамилии, имена есть. Давайте пробежимся. Итак, камеру я поставил на штатив, чтобы руки были свободны. Начинаем распаковку. Первым делом у нас идут коррекционные ребра. Это как доп. Оборудование, чтобы тепло распространялось. Вот такие вот ребра идут. Дальше. Так, дальше у нас идет бак для капельной подачи к печи тепловед. Вот такой вот бак. Какой-то шланг здесь. Вот шланг идет металлический. Инструкция. Так, еще одна запчасть. Тепловая пушка к печи. Сейчас ее распакуем тоже. Да, емкость для масла. Да, емкость. Так. Опять инструкция. И вот сама печь. Вот она, сама печь. Печь на жидком топливе. Ну, по высоте чуть больше той, хотя та стоит на кирпичах. Так, сейчас буду снимать пленочку. Сделаю все это дело за кадром. Пленку сниму, потому что, чтобы не шуршать на видео. Вот, раз, два, три, четыре, пять частей. Плюс инструкция. Вот в такую коробочку все это полезло.
Буду сейчас распаковывать и все покажу уже в сборе. В общем, кранчики разные. Вот это для подачи масла, емкость для масла. Так, вот сама печь. У нее здесь имеются ножки. Так, здесь на болтах специально снимается крышка для чистки, так получается, да? Дальше у нас идет вот этот бак, получается, для подачи масла. Вот нижняя резьбовая часть, ну я сейчас по инструкции посмотрю. Конвекционные ребра для отдачи тепла, шланг. Так, это для масла. Это для масла. Дальше это сюда вставляется. Так, это у нас емкость для масла, а вот это получается, чтобы заливать масло, чтобы постоянно не открывать, чтобы дым туда не пошел. Я так думаю. Так, а это у нас получается ребра, чтобы здесь большая температура, чтобы тепло распространялось по всему гаражу. Вот такие вот ребра идут. Также в комплекте идет тепловая пушка, она покупается отдельно, как доп. Оборудование. Вставляется на самое горячее место, вот сюда вот. И она нагревается, отсюда подается вентилятором воздух, и отсюда уже горячий воздух распространяется. Можно одеть гофру, и, например, по всей комнате, чтобы тепло не в одном месте, а по всему гаражу распространялось тепло. Вот, вот все. Сегодня я буду тестировать ребра вот эти вот. Также был куплен дополнительно бак, чтобы постоянно не бегать, не заливать. Сюда заливаете литров 10 масла, не знаю сколько здесь, но большой бак, литров 10 точно есть. Здесь резьбовая часть, накручивается шланг и подается, скорее всего, уже сюда. Да. Ну вот так на инструкции, видите. Вот он бак, через шланг. Специальный шланг идет в комплекте, и он подается уже в саму емкость. И тем самым не нужно постоянно подбегать, подтапливать. Но это дополнительная уже комплектующая часть. Сегодня бак мы не будем ставить, мы пока обойдемся с помощью воронки. А вот для бака специальные в комплекте идут вот такие вот переходники для капельного подачи масла. Кран сам перекрывать, и вот еще один кран. Распаковка прошла, сейчас будем ее запускать. Принесло масло, немного бензина надо будет, чтобы растопить ее, и попробуем на улице ее прожечь, чтобы все это дело обгорело. Единственное, дымохода нет, но надеюсь, он будет работать. Дальше будет интереснее, посмотрим, дает сколько она дает жара и будет ли в гараже теплее. Немного масла для начала. Единственное, я ее неровно поставил. Затопил я первый раз эту печь, залил масло пол-литра. Единственная тяга, наверное, будет сейчас слабовато, потому что трубы нету. Ну, в целом она работает. Вот здесь вот, где отверстие, видно, что горит огонь. Как пишет производитель, расход
пол-литра в час, я так понимаю. Ну, зависит от, если насколько открыть вот эти вот задвижки для подачи кислорода. Вот раз задвижка, вот два. Дым идет, но такой слабенький. Копоти не вижу. Сейчас попробую ее раскочегарить. На улице минус 15. Ну, пока не гаснет. Вот я там закинул тряпочку специально. Ну-ка, тепло есть, нет? Ага, тепло пошло. Потихоньку нагревается. Ну, сейчас я ее буду топить, наверное, где-то час она пусть поработает, чтобы вся эта краска обгорела. Видите, сколько дыма уходит. Установил дымоход. Трубу одну отсоединил. Дело пошло получше. Тяга стала сильнее, и печка стала еще лучше прогреваться. Прошло 3 дня с того момента, как я затопил печку. Я ее прожег на улице. Вот она здесь стоит. Также, чтобы время не терять, я заказал трубы. Потому что вот родная 115-я труба, она немного длинноватая, она ровно метр, но мне нужно было где-то 80 сантиметров. Заказал вот на Озоне 115-ю, здесь полметра, потом 250-ю, а 115-я на 250 длина. И заказал вот переходник 100 на 115. Это дело все вот так вот станет. Это уже будет вставляться в печку, а это будет пойдет на дымоход. Вот так вот все это дело соединил. Сейчас будем собирать и устанавливать. Сейчас покажу, насколько. Вот настолько эта труба, которая здесь стояла, она длиннее, видите, где-то 20 сантиметров, поэтому пришлось покупать переходник. Я уже подготовил место, вон кирпичи установил. Будем собирать и затапливать уже. Так. Сейчас подложу ножки. Давайте посмотрим, что получилось. Трубы, которые я заказал на Озоне, подошли идеально по высоте. Пришлось немного подложить кирпичи. Все стоит по уровню. Вот оно все по уровню. Также здесь установил по уровню, чтобы масло в одну сторону не стекало, а она как раз и в емкости. И в емкости, вот видите, все идеально встает. Так что осталось сейчас залить масло и попробовать запустить. Вот этот бак, который идет, я вот думаю, может его возле печи, конечно, опасно. Может, думаю, сюда его установить или повыше вот так вот. Этот бак. Ну, потом посмотрим. Пока попользуюсь так. В целом сложности нет. Масло заливаешь, поджигаешь. Использовал такие брусочки в 2
в два кирпича не полезла у меня. Получилось бы высоко, она упирается. А здесь как раз кирпич встал и вот такие вот брусочки. Потом, может, профиля найду, сделаю какую-нибудь ножку, ну, сам сделаю сварки. А так в целом, пока вот стало идеально, место она вписалась, как бы, если выходить, не, ну, не мешает. Так, сейчас заливаем масло и уже поджигаем. Сегодня у нас солнечный день, погода классная. Ну, в гараже еще прохладно. Так, я заливаю масло. Беру, короче, вот такую тряпочку. Обливаю ее. Никакого бензина использовать не буду. Чисто так вот тряпку поджигаю и все. И ждем уже, когда она прогреется. Тряпка синтетика, загорается быстро, я же говорю, бензин не надо. И все это дело открываем заслонки и вот так вот задвигаем. Все, и ждем. Итак, процесс пошел. Смотрим. Вот здесь специальные есть отверстия, видите? Ну, специальное отверстие для дожига масла. Тяга отличная, потому что я как бы я ее уже все проверил на улице. В отличие вот от этой печи, которая была у меня дровяная, она, видите, здесь нужно подкидывать дрова. Плюс надо ее, чтобы дрова были всегда сухие. Иначе он долго будет разгораться. Ну и там нужен кору или бензин тоже. Ну, сами знаете, как растапливать дровяную печь. Дрова должны сухие, если будут сырые, она будет постоянно тлеть. А насчет масла, тоже масло должно быть чистое, никакого там воды, антифриза. Ну как написано в инструкции, чистое масло должно быть. Поэтому, если масло чистое, то буквально 5 секунд кидаете тряпочку, поджигаете ее, и она, печь работает. Тяга хорошая. Я сейчас посильнее открою, чтобы побыстрее жар пошел. Закрыл я дверь, сейчас будем смотреть, какая будет здесь температура. Я где-то, наверное, буду час топить. Посмотрим. Пусть пока поработает, потому что печка еще новая, я ее к ней, так сказать, не привык. Пока вот пол-литра масла залил, но я думаю, это мало, потому что там написано, хватает на один час. Но я ее максимально все открыл заслонки, чтобы побыстрее жару набрать. Если убавить вот эту часть, видите, она будет еле как гореть. Ну, будет в экономном режиме работать. А я открываю ее на максималку, чтобы быстрее жару набрать. В общем, вот этой заслонкой я играю. В общем, сейчас ждем и уже посмотрим через полчаса. Пока здесь где-то минус 5 может быть, потому что сорта, видите, пар идет. Холодно здесь. Термометра нет, надо будет как-нибудь. Потом я загоню машину, будем заниматься ремонтом. И уже термометр я поставлю и посмотрим по температуре, какая здесь. Ну, температура не берется. А с этим баком я еще подумаю, куда его ставить. Пока его пусть лежит.
Возле печки вообще жар. Ну, прилично. Рукой не дотронуться. Сейчас убавлю, потому что на максималку поставил, чтобы прогреть. Печка на самом деле жарит, вот руку невозможно держать. Единственное, ну это в любой печи есть, нужно чистить дымоход. В инструкции я почитал. Вот здесь вот есть специальный люк, на четырех болтах откручивается все дело, и нужно убирать копоть. В целом все. Ну и на дровяной печи тоже нужно обслуживать. В любой печи дымоход нужно смотреть. А так в целом заказал я вот на Озоне переходник, он подошел. Кстати, он уже цвет меняет, потому что жар потемнел. Жар сильный там. В гараже вот стало тепло, и это я час протопил. Я говорю, если в следующем ролике я возьму термометр, установлю, буду заниматься машинами, и уже посмотрим температуру, сколько там за 2 часа. Прям приду, какая здесь температура минусовая, затоплю, и уже за час посмотрим, как она прогреется. Подведем итог. Печь мне понравилась. Расходы топлива не так много. Нет постоянно, ну, не нужно искать какие-то дрова. Вот отработку я взял, залил. Что-то пилить, что-то таскать. Залил и все. Жар, тепло есть. Удобно. Места много не занимает. Да и смотрится сама по себе печь красиво. Вот, светится огонь. Да, меры безопасности должны быть, не нужно там заливать воду и так далее. Ссылки я оставлю, кому интересно, на печь, потому что у нас зима тут, сами понимаете, в Поволжье больше, чем лето, там ноябрь, декабрь, январь, февраль, даже в марте стоит минус, а печь в гараже всегда нужна. В следующих роликах уже будем тестировать ее, ну там я буду заниматься своими делами, ее затоплю и посмотрим, какая будет температура в гараже. Все, ставьте лайк, подписывайтесь и до следующего ролика.